Друзья, Христос воскресе! Алисос, Христос Анесте! Рад вас видеть, слышать, осознавать, что вы здесь, рядом. Скажите, пожалуйста, да, видно, слышно, все замечательно. Дорогие, пожалуйста, просьба убедительная, не ставьте сердечки, потому что это затормаживает и так интернет очень небыстрый у нас. И, пожалуйста, никто не звоните в приложение Инстаграм мне, потому что сразу звук пропадет, придется перезагружать эфир. Вот такая вот у нас красота здесь. Все благоухает. В этом году у меня гораздо больше цветов. Не знаю, с чем это связано. Когда я сюда пришел, первый раз еще лет 10 назад, наверное, а уже так на постоянное место, на восстановление кельи 5 лет назад, цветов не было совсем, и травы не было, только скалы, камни и небольшой вот этот каменный дуб, который вы видите за мной. Вот, и постепенно начали появляться цветочки, травка, какие-то изменения. Ну вот, такое вступительное слово. Всех поздравляю с Антипасхой, с неделей апостола Фомы. Давайте пообщаемся. Вообще, конечно, в этом году Пасха и, вообще весь Великий пост, Страстная Седмица особенно скорбная была. И Пасха, и Светлая Седмица, хотя чувствуется пасхальная радость, но, конечно, она омрачена скорбью, очень глубокой скорбью страдающих наших братьев. Всем, дорогие мои братья, страждущие в Украине, всем приношу свои соболезнования. Сердцем все время с вами, ни на секунду не забываю ваши страдания. И даже во время пасхальной радости я всегда чувствовал, что там происходит на самом деле. Я все это проживаю очень глубоко, потому что мне пишут сообщения, описывают то, что там происходит, этот ужас, этот ад кромешный, который развязала ненасытное человеческое властолюбие и сребролюбие. И, конечно, когда ты молишься за людей, которые тебе это пишут, то ты это начинаешь еще глубже все чувствовать. Вот, но я хотел вас укрепить словом, что вы не одни, многие очень за вас молятся. Знаете, и столько мне пришло сообщений от моих подписчиков с России, которые рассказывали, как они помогали. Одна моя подписчица, одна из первых моих таких благотворителей нашей кельи, она первая нам очень помогла. Ну, я имена, конечно, не буду называть. Вот, с Москвы. Она целый фонд образовала благотворительный. Люди помогают, люди сочувствуют. И меня это очень порадовало, потому что вначале складывалось впечатление, что или равнодушие, или наоборот какая-то агрессия непонятная, вообще совершенно мной, просто я не могу осознать людей, которые не то что аморфно относятся к тому, что происходит рядом с нами, а еще и агрессируют. Вот, это уже просто фанатизм какой-то. Какой-то мрачный бесовский фанатизм. Вот. Но оказалось, что совсем не так, что большинство-то людей как раз с добрым сердцем и все понимают. Все прекрасно понимают, но просто бывает такая ситуация, когда ты не можешь никак повлиять на обстоятельства, кроме как молитвы и сочувствием сердца. Поэтому, дорогие мои братья, укрепляйтесь верой во Христа. Те, кто страждет невинно, страждет совершенно не понимая, за что его мучают, терзают, и при этом не ожесточается или хотя бы борется с ожесточением, это действительно исповедник Христов. И венцы такие люди получают мученические. А мученический венец в Царстве Небесном самый высокий. Это самая высшая степень просветления, просвещения в Царстве Небесном. Поэтому литургия Православной Восточной Церкви,
служится именно на мощах святых мучеников. Не на мощах епископов, патриархов святых, священников, монахов, а именно на мощах святых мучеников, кто пострадал за Христа. В Антиминс, на котором это, кто не знает, это кусок ткани, плат такой, в который вшивается частичка мощей, и на этом Антиминсе, который благословляет правящий архиерей, можно служить литургии. Литургии иначе нельзя служить по каноническому праву. Так вот, зашивается для служения литургии именно частичка мощей мучеников. Друзья, читаю вопросы. Наверное, я переключу камеру, чтобы вы не на мое грешное лицо смотрели, а на вот эту вот красоту тварного мира, Богом сотворенного. Терпите немножко, пока найду на вопросы. Пока только приветствую, читаю. Батюшку Одессу начали бомбить сейчас. Очень страшно, как пережить этот стресс. Молитесь. Молитесь Иисусовой молитвой. Своими словами. От сердца. Призывайте молитву святых Божьей Матери. Если приходят помыслы ожесточения, или помыслы малодушия, или ропота, представляйте себя у креста Христова на Голгофе, рядом с Матерью Божией, рядом со святыми женами, мироносицами, с апостолом Иоанном. Смотрите на безгрешного, который страдал за грехи мира, и молил Отца, чтобы он простил распинающих его, ибо не ведают, что творят. Помните, что воскресение всегда после распятия. Сначала Голгофа, а потом Фаворский свет. Не бывает воскресения без восхождения на крест. И каждому Господь дает свой. Мы его должны понести. Мне очень трудно говорить эти слова, потому что я нахожусь в тишине и покое, в полной безопасности. Но это все, что я могу вам сказать. И я обещаю вам, я даю вам честное слово, что я молюсь за вас, как за самого себя. Я бы очень хотел поменяться с вами местами, чтобы вы оказались здесь, в безопасности, а я там. Но суды Божии неисповедимы. Господь вот так вот попустил. И, по сути, это история человечества. Это после грехопадения, после отпадения наших праотцов от Бога. Это вот под кровь и слезы. Сколько человечества в мире находилось? Вот в известной нам истории. Ученые, историки, посчитав, говорят, что там что-то 10-15% от всего времени. Мирные времена. Остальное время – это война, потому что страсти человеческие. Многие говорят, как Бог это попускает, как Он это терпит, как Он на это смотрит. Это самый сложный вопрос, который можно дать ответу, который человеку, который именно задает его, находясь вот в таких вот обстоятельствах. Но поймите, что существуют законы домостроительства, законы Божии, законы бытия. Бог наградил человека свободой,
и он не может ее насиловать. Иначе бы человек не был образом Божиим, он был бы животным. Какой Бог без свободы? И, к сожалению, человек часто эту свободу использует во вред себе и другим, идя на поводу у самых мрачных бесовских страстей. Самая страшная страсть – это вот гордыня непомерная, желание доминировать над другими. Это властолюбие и сребролюбие. Себе, 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 я, вот это вот. И в этом вся зло, в неправильном использовании свободы. Как пережить этот стресс? Это не стресс, это даже, это великая беда. Но пройдя это с верой, сохранив веру и не ожесточившись, вы выйдете на совсем другой уровень духовной жизни. И на самом-то деле вот духовная жизнь, она вот сейчас. Никогда вы в тишине и покое ставите свечечки Богу и наслаждаетесь красотой убранства церкви, приятным пением церковным, священническими одеждами, красотой богослужения. Это все хорошо, это все бонусы, это все утешение от Бога. Но на самом-то деле продвижение в духовной жизни, именно становление духа человека, подготовка его к вечности происходит в страданиях и искушениях. В своем опыте могу сказать, что в монашестве искушения тоже очень сильные. Здесь война невидимая, здесь война с бесплотными духами, со своими страстями очень острая, очень глубокая. Трудно ее понять человеку, который не проходил этого. Но по своему опыту и потом получив подтверждение у святых отцов, особенно у старца Иосифа Сихаста в его поучениях, я понял, что самые благодатные времена, самые плодотворные для становления духа, для именно формирования души, для Царства Небесного, происходили в самых-самых вот тяжелых минутах моей жизни. Именно тогда доказывается наша вера, наша преданность Богу, наше доверие Богу. Не просто вера в бытие Божие. Это все веруют, это заложено в нашу природу. Атеистов не бывает. Это все люди, которые отрицают бытие Божие, Бога, они просто пытаются в это поверить, выдумывая всякие концепции. А природа наша глубоко, глубоко сердечно, бытийно знает, что она тварная, и у нее есть Творец. Есть источник и Творец всего вот этого прекрасного, красивого, что нас окружает. Держитесь, дорогие. Отец Андроник, есть ли там какие-то деревни поблизости вас, чтобы переехать жить? Вы имеете в виду на Афоне? Афон – это полуостров, который вдается в Эгейское море на 65 километров. Вот, сейчас покажу. Я не знаю, насколько связь устойчивая, насколько видно. Вот, видите? Напротив точно такой же полуостров, прям как близнец. Его называют на русском второй палец, а на греческом дефтероподи, нога. Вот почему-то русские перевели как палец. А на самом деле греки называют его ногой, поди. А есть еще третий такой, это как такой трезубец, вдающийся в море. И на первых двух, ну, обычные мирские поселения, они называют их хорьё, это деревушка. Ну, такие поселочки курортные. Вот. На Афоне, разумеется, такого нету здесь. Проходит граница в городе Уранополис. Ну, тоже хорьё они это называют. То есть, такой курортные городки малюсенькие. Ну, вот еще есть Рисос. Это тоже курортный городок с другой стороны Афона. Там, где у нас Метох. Ну, не знаю, как переехать жить туда.
Они, эти городки очень маленькие, и люди здесь живут за счет в основном, ну, сельское хозяйство у кого-то, но в основном, конечно, за счет туризма у всех какие-то. Очень много кафешек, всяких ресторанчиков, таверн, магазинчиков, заточенных на туристов. И, в общем-то, люди за счет этого живут. В Греции вообще не развита промышленность. И, наверное, слава богу, потому что, ну, экология сохранилась. Очень-очень хорошая экология. Я вот... ладно, не буду критиковать. Ну, не очень следит местное население за чистотой окружающей среды. И я боюсь, что если бы была развита промышленность, то не была бы вода такая чистая и воздух таким прозрачным. А так, слава богу, только овечки, козочки, виноград растет. Вот ничего не дымит, не коптит, не засоряет. Как быть, если у нас есть угроза войны, Молдова? Ну, очевидно, сейчас про Тирасполь уже речь идет. И правильно ли избежать смерти детей, уехать на безопасное расстояние? Муж остается на родине. Помогите с ответом. Да, ну, конечно, конечно, надо использовать возможность. Если такая возможность предоставляется, использовать возможность, чтобы оказаться самим и своих детей укрыть в безопасном месте. Понимаете, воля Божия сейчас в наше время постигается из обстоятельств. Вот, поэтому очень часто меня спрашивают, просто вот сходу, не объясняя никаких нюансов, батюшка, скажите, вот есть воля Божия там куда-то уехать или что-то сделать, или еще что-то? И, ну... как бы обращаются как к пророку, или, если не сказать хуже, как к гадалке. Вот. Просто не все понимают, что воля Божия сейчас так не открывается. Воля Божия открывается в заповедях Христовых, которые даны нам в Евангелии, в Священном Писании. И также в обстоятельствах. Поэтому надо всегда действовать по обстоятельствам, исходя из критерия целесообразности и исполнения заповедей Божьих. Понимаете? Вот, надеюсь, что ясно это объяснил, потому что очень многие меня об этом спрашивают. Я каждый раз объясняю, но у меня нет возможности. Вот огромное количество людей пишут каждому человеку подробно это все разъяснять. Пожалуйста, смотрите внимательно, слушайте публикации. И, по сути, это вопросы одни и те же задаются, и они все освещаются в публикации. Но современному человеку сложно, конечно, концентрировать внимание и исследовать какие-то вопросы, просто посидеть, полистать ленту, послушать. Да, на это могут часы, дни уйти, но это вопросы жизненно важные. Не пытайтесь, чтобы вам все вот прям разжеванным на блюдечке подавали. Это не всегда полезно, потому что чаще лучше самому потрудиться, помолиться. И, конечно, советом, но именно приложить труд души для того, чтобы постичь какой-то вопрос. Он гораздо глубже вами будет усвоен и полезнее вам будет таким образом. Так, сейчас почитаю вопросы, а вы пока... посмотрите на море. Интересно, слышно, как птички поют? Прилетела птица. И так умилительно поет. Так я люблю эту птичку. Это какой-то вид птицы здесь. Вот маленькие такие печушки. Очень-очень красиво поют. На закате и на восходе солнца. Были ли вы в Аризоне? Это же вы? Нет, дорогая, я не был в Аризоне. Слышно птиц. Ну, здорово. В Аризоне я не был. Только духом, может быть. Очень люблю старца Ефрема
аризонского, почившего последнего ученика старца Иосифа Сихаста. Всем рекомендую почитать его книгу «Моя жизнь со старцем Иосифом». Кажется, так ее на русский перевели. Немножко перевод почему-то другой книги. Да, на греческом она называется «Мой старец Иосифа Сихаста Пещерник», а на русский перевели «Моя жизнь со старцем Иосифом». Вот всем рекомендую почитать. Вы там это про моего старца найдете воспоминания. Ну и вообще про жизнь Афона очень много. Оп. Да, вот, ну вот послал Господь телефон такой хороший, даже говорят, слышно шмель, пчелки. Микрофон, камера, конечно, изумительная. Как пережить смерть близкого человека? Да, это очень тяжело, скорби не избежать, и не надо даже от нее, от этой скорби, пытаться убежать как-то, как-то ее заглушить чем-то. Надо прожить ее просто. Скорбь при потере близкого человека нам естественна, потому что мы сотворены изначально, были бессмертными. И глубоко, бытийно, в сердце мы это знаем. Вот каждый из вас может просто искренне в себя посмотреть и сказать, что ну, нет ощущения, что вот есть какой-то предел бытия. Это все знают, любого вероисповедания, устроения, человек любой нации, все скажут, что ощущение, что будешь жить вечно. Вот такое вот ощущение. И оно естественно нам. И когда мы теряем близкого человека, когда видим, что его нету рядом с нами, в нашей жизни, в нашем мире, то для нас это очень глубокий стресс, это потрясение, которое мы... к которому мы часто не готовы, потому что ну, духовная жизнь наша может быть не такая глубокая. Не занимались мы памятью смертной, вот то, о чем святые отцы пишут. Есть такая практика делания, специальное делание. Вот. Нет у нас еще созерцательной молитвы, вот этого опыта личного бессмертия души нашей, когда мы проживали единение с Богом, и в этом единении с Богом в молитве проживали бессмертие нашей души, уже очень ясно и отчетливо понимали, что времени нету, что ты бессмертен, ты имеешь начало бытия, но не имеешь конца. У нас этого нету. Хотя и осталось, как я сказал вначале, вот это вот так скажем, на духовно-генетическом уровне память о том, что мы сотворены бессмертными. Но когда мы видим, что человека не стало, для нас это глубокое потрясение и стресс. А если это муж и жена, еще прожившие всю жизнь вместе, в любви и согласии, вот это вот самое тяжелое, потому что в настоящем браке мужчина и женщина, два человека сливаются как бы в одно, вот сказал Спаситель. Да оставит человек отца свою, мать свою, прилепится к жене своей, и будет уже не два человека, но один. То есть это как получается, как две души в одном теле. То есть здесь уже действительно теряется свое я, эго, как бы происходит такое взаимопроникновение, такое слияние с душой другого человека. И поэтому, да, это очень тяжело, но вы должны понимать, вот нам для этого Господь и попускает какие-то скорби, искушения, чтобы мы смогли пройти
какие-то этапы духовной жизни, постичь какие-то вещи, необходимые нам для того, чтобы мы могли унаследовать Царствие Небесного. Без этих испытаний, без этих потрясений, стрессов мы останемся духовными младенцами. Поэтому, конечно, мы должны всегда молиться, чтобы Господь избавил нас от скорбей, страданий и искушений, но при этом предаваться в Его волю, чтобы крест, который мы несем, был не самодельный крестик наш, который мы сами себе придумали, чтобы он действительно был Божий, чтобы он был послан от Бога, и когда уже действительно после молитвы, вот как Спаситель трижды молился, чтобы в Семанском саду, чтобы Господь, чтобы Отец чашу пронес от него, но каждый раз заканчивал, но не будет моя воля, но твоя. И после третьего раза, когда пришло осознание, что нет, никак, ну, надо испить, смирился, склонил голову и сказал: вставайте, пойдем, пришло мое время. Так же и мы должны это прожить. И скорбь будет, но через эту скорбь ваше сердце умягчится, страсти очистятся, грехи простятся. Как пережить? Ну, в молитве осознавайте, что расставание – это временно, а единение вечно. Эта жизнь, она очень-очень скоротечна. Спросите любого старика, который прожил уже целую жизнь, как тебе вспоминается твоя жизнь? И он скажет, что как одно мгновение. Вот одно мгновение, закрыл глаза и открыл. И все. А ощущение, что человек состарился и что жизнь заканчивается, нету. Потому что душа всегда молодая, она бессмертная. Понимаете? Просто держите это в уме, вот эту истину, что нету смерти, есть переход, есть временное расставание, да, потому что мы еще телом ограничены, и мы не видим духовный мир, мы не видим душу этого человека, которая нас видит, безусловно. Но это вопрос времени, и это неизбежно, и мы все через это проходим и пройдем, поэтому просто проживите эту скорбь, благодарите Бога за то, что вам давалось вместе пережить радости, утешения. Вот самое большое утешение в жизни – это наше общение. Это наше общение в духе любви и в духе смирения. Ничего более ценного у нас нету. Это общение в Боге друг с другом. Мы именно для этого сотворены. Больше на земле делать нечего. Я все время пытаюсь об этом говорить и пытаюсь людей увести от рассудочного такого восприятия духовной жизни, ну, вообще христианства, церкви, потому что вот 18 лет, прожив фактически в затворе, ну, я условно выражаюсь, тут я уже слышал критику в свой адрес, тех, кто меня знает, говорят, в каком отец в затворе был, ну, я выражаюсь образно просто для мирян, чтобы понимали. У меня не в буквальном смысле затвор был. Это называлось отшельничество. Но суть в том, что вдали от мира. То есть, не зная, чем живут люди, живя в таком вот, проводя жизнь молитвенную и созерцательную, то есть читая святых отцов, размышляя о домостроительстве, о тайнах домостроительства Божьего. Сейчас, когда я начал общаться с людьми, я вижу, что очень, очень большая проблема есть у людей церковных в миру, да и не только в миру, собственно говоря, и в монастырях, точно так же среди духовенства, когда жизнь духовная переходит в рассудочные размышления, в какие-то построения каких-то концепций и идей, и их перемалывание в голове. А именно жизни нет, а жизнь-то это сердце. Жизнь духовная – это жизнь сердца, а не головы, понимаете? И это любовь и смирение. И сейчас вот эти события последние, они очень сильно обнажили эти проблемы. Почему я о них заговорил? Критика в мой адрес. Ты же обещал политикой не заниматься. Да не политикой я занимаюсь. А просто я увидел, в чем проблема на самом деле заключается. Проблема заключается в гордости и высокоумии, когда человек умом пытается постичь духовные предметы, и у него вся жизнь переходит в такую вот фарисейскую внешнюю обрядовость. В 19 веке даже ересь была обозначена таким именем, называлась обрядоверие, когда вся наша жизнь – это просто соблюдение каких-то правил внешних и каких-то идей и концепций, понимаете, а нет любви и смирения. И
И пока я говорил слова, которые ласкали слух, то я всех устраивал. Но как только я сказал что-то, что пошло вразрез каким-то вот именно чисто умовым концепциям, именно рассудочным, то тут же на меня полился целый поток обвинений, меня стали учить, как монашествовать, что должен делать монах, как он... Мне стали просто говорить, что мне надо делать и что мне надо говорить, понимаете? Это так удивительно, так смешно, потому что люди даже не замечают, насколько они ушли от истинной духовной жизни в область рассудочных измышлений каких-то о Боге и о духовной жизни. Те мои учителя возлюбленные, которые меня учат монашеству, причем это, как правило, люди, которые монахами никогда сами не были, не жили в монастырях, просто вы не знаете одну простую вещь, что самая первая заповедь монашеская – это послушание, а не отшельничество и не бегство от мира. Вот, ну ладно, немножко отвлекся. Я очень рад, что мне Господь попускает наконец-то какие-то, дает горькие лекарства, потому что мне даже было удивительно, как это столько времени, и в свой адрес я одни похвалы слышу. И вот, хотя никогда на них не отвечал, потому что по духовным законам вообще, когда тебя хвалят, ты не должен говорить, как бы не соглашаться с этим, не спорить с этим, потому что спор, как бы, ну, отвержение похвалы, это будет говорить, что ты этому придаешь значение, и как бы все равно косвенно принимаешь похвалу. Надо просто к этому относиться бесстрастно и понимая, что это проявление любви человека, я на это просто ничего не отвечаю. Вот, я знаю, кто я такой, я знаю свою природу и чего я стою. Без благодати Божией. Так, собственно говоря, и все мы люди. Вот. А тут, наконец-то, меня лечить начали. Меня начали лечить, и мне это очень полезно. Я вам очень благодарен. Врачи мои возлюбленные. Вот. Только просьба, пожалуйста, в общих чатах ничего не пишите, потому что вы просто вред другим людям причиняете. Все в личку. В личку, пожалуйста, все прочитаю, отвечу. Вот. А в общих чатах, если будете выливать какой-то негатив на меня лично, то буду просто блокировать сразу, чтобы других не повреждать. Мы все делаем ради общей пользы. Такое маленькое отступление. Так. Я увлекся рассказом и пропускал вопросы, поэтому вот эта тропа к моей келье. Два поворота, и там будет... А эта тропа уходит в мою келью, и там больше уже дороги нету. У меня самая такой, ну, самая последняя келья, удаленная с киту Святого Василия. Самое тихое место, наверное, на фоне, я думаю... Ну, из обитаемых, не считая, конечно, вершины, то есть вот таких мест необитаемых, где нету келий. А из всех скитов, монастырей, у меня, наверное, самое тихое место, потому что за мысом, вот там вот, где, ну, куда я сейчас камеру держу, по этой тропе вниз, если спуститься, туда не долетают звуки цивилизации. То есть вот, ну, не слышно, если, допустим, там бензопила где-то работает или генератор... еще что-то, какие-то вот механические звуки до меня не долетают на келью. Только пение птиц и жужжание пчелок. А летом, а зимой рев волн. Здесь такие шторма бывают огромные, что сидишь в келье и думаешь, унесет ветром или не унесет домик. Хотя сложен из камня, но просто ураганный ветер бывает на такой высоте. Как научиться не вступать в споры, не доказывать свою правоту? Ну, надо учиться молчать.
Как учиться? Просто учиться. Надо говорить по святым отцам, надо говорить тогда, когда тебя спрашивают. Никому не навязывать свое мнение. А если спросили, то ты должен ответить искренне, честно и просто, как ты себе это представляешь и как видишь. Стоит ли доказывать некоторым людям, что в храм мы ходим не к священникам, а озлоблены люди от поведения священников? Ну, острый вопрос, очень актуальный, да. Ну, доказывать-то не надо. Вот как раз только что об этом сказал, что надо говорить, когда спрашивают. Вот, ходить и всех тянуть за руку в храм, пытаться людей насильно привести в Царство Небесное не нужно. Это будет только обратный эффект. Да, есть проблемы в церкви, очень большие проблемы. И они всегда были, поверьте, что это не то, что вот сейчас такие времена тяжелые, страшные, и вот вдруг такое случилось. Нет, апостол Павел говорил, что перед своей смертью, уже тогда в его время говорил, что знаю, что после моего отшествия войдут хищные волки, не щадящие стадо, и уже есть они среди нас. Это уже во времена апостола Павла, он еще не отошел, то есть это современник Христа. Вот, это всегда был, один из 12 Иуды был, самые близкие апостолы Христова, на глазах которых совершались великие чудеса, с которыми ел и пил и ходил по земле Бог, вочеловечившийся. Один оказался предателем. Человеческая природа. И меня очень многие спрашивают, очень многие смущаются, соблазняются. Я всем говорю, и вот вам, дорогая, если вас спросят, ответьте. Насильно никого не тяните, но если спросят, то да, нужно объяснять, что благодать в церкви была, есть и будет до скончания времен. Она не может уйти из церкви. Церковь – это не человеческий институт, не организация какая-то вот, придуманная людьми. Церковь – это мистическое тело Христа. Церковь состоит из главы, из Христа и членов Христа, то есть нас, верующих людей, объединенных таинствами, то есть таинством крещения, исповеди и причастия. Понимаете? И какой-то член может отпасть, да, человек может согрешить, то есть человеческий фактор остается. У нас, друзья, в церкви нету догмата папского, как вот в Западной церкви, которая, к сожалению, откололась от единой Вселенской церкви и придумала новые догматы, которые нам апостолы не оставляли. То есть догмат о непогрешимости папы. Согрешить и ошибиться может любой человек, независимо от сана. Сан священнический не дает человеку априори непогрешимости. Это служебный инструмент. Власть священнику дается для совершения таинств, для того, чтобы совершались церковные благодатные таинства. И даже если священник, или там епископ, или патриарх, в истории православной церкви были патриархи-еретики, причем их ересь, там, например, иконоборческая, другие, монофизитская ересь, она устанавливалась далеко не сразу, а впоследствии, с течением времени. Возможно такое, но это не значит, что из церкви надо бежать, и там нету благодати. Вовсе нет. Надо с любовью относиться к заблудшим. Если вы видите, что священник ошибается, то помолите за него. Он такой же человек, как и вы, точно такой же. Только на нем больше власти, у него больше ответственности, он на виду, он как мишень. Понимаете? И поэтому, конечно, у него искушение тяжелее. Поэтому прошу вас, дорогие, не соблазняйтесь и объясняйте другим, что в церкви действует благодать, действует Бог, не человек.
а человек – проводник. Проводник не всегда может быть чистым. Но если священник, епископ или патриарх находится законно в церкви, не отлучен собором, то благодать через него действует, даже если он в чем-то ошибается или даже совершает какой-то грех. Все равно благодать будет передаваться, таинства будут благодатными. Это каноническое учение, догматическое учение церкви. Вот. Как быть с нападками бесовскими во время молитвы? Перехожу сразу на Иисуса, и еще хуже становится. По Иисусовой молитве. Сначала, чтобы не забыть, у меня было много вопросов, я их объединил. Спрашивают, как Иисусовой молитве, молитвой молиться за других людей. И спрашивают, как мы молимся. Это очень просто. Вы, когда хотите за кого-то помолиться Иисусовой молитвой, то вы сначала просто обращаетесь к Богу, ну, своими словами, в простоте сердца. Вообще молитва своими словами самая лучшая, она потому что от сердца идет. Вот, и вы просто говорите: «Господи, спаси и помилуй раба твоего, чадо твое», там, имя рек, какое-то, Николая, Петра, Евгения, Марину. И потом читаете Иисусову молитву во множественном числе. То есть: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас». Не меня, а нас. Не надо при каждом призывании имени Спасителя называть или перечислять имена. Это будет рассеивать внимание, и исчезнет вот основное достоинство Иисусовой молитвы. Заключается в том, что она краткая. Она позволяет сосредотачивать внимание на словах молитвы. Вот. То есть, если вы начнете перечислять имена на каждой молитве: «Господи Иисусе Христе, спаси, помилуй Ивана, Петра, Василия, Марину» и так далее, ваш ум начнет рассеиваться, будут ассоциации на этих именах возникать. Нет, вы один раз просто перечислите имена, и вы как бы принимаете их в сердце, этих людей, соединяетесь с ними в духе, и потом просите о... не только о себе, но и о них, то есть нас. «Господи Иисусе Христе, помилуй нас». И так можете молиться сколько душе угодно. Вот. А теперь Саша. Да? Да, Саша. Не знаю, мужчина или женщина. Как быть с нападками бесовскими во время молитвы? Ну, я не могу вам конкретно сказать, потому что я не знаю ваших обстоятельств, какие молитвы вы читаете, какой вы образ жизни ведете. Но если вы сразу переходите на Иисусову, еще становится хуже, то надо рассмотреть, почему, откуда такие. Понимаете, бесовские нападки при молитве могут возникать по сути, по двум причинам. Это одна причина – это гордость. За гордость Господь нам попускает бесовские нападения. Вот, либо из зависти бесовской. То есть Господь попускает, вот, дает. Но по зависти бесы нападают в основном на подвижников святой жизни. То есть, когда человек уже продвинулся в молитве, и Господь видит его силу, видит, что он может сам побороться с бесами, и он ему дает. Мы это не будем рассматривать, это не наш вариант. Вот, обычно за гордость или еще... Да, ну, конечно, если вы ведете образ жизни такой... греховный, то есть вы совершаете грехи, не дай Бог, сознательно, не каясь в них, вот, и при этом молитесь, особенно молитесь Иисусу молитвой, то да, это приведет к тому, что будут бесы нападать явно, и это может закончиться сумасшествием. Вот. Ну, я думаю, у вас этого нету. Вот. Может быть, еще нерассудительность, может быть, вы очень большое правило на себя взяли. И вы продолжаете это правило исполнять какое-то время большое. И тем самым раздражаете бесов. Но у вас нет должного смирения, у вас нет должного самопознания. И поэтому вы бесов как бы раздражаете, а благодать не получаете на них. Вот, надо рассмотреть. Вот я перечислил основные как бы признаки.
Вот. Еще бывает, когда человек только-только от греховной жизни отходит, какое-то время, это как эпитимия от Бога, какое-то время бесы ему стужают, то есть ну, нападают. Какое-то время у них еще право как бы остается. Но это эпитимия от Бога, это проходит. Это проходит со временем. Ну, по-разному период, зависит от глубины повреждения греховного, сколько ты занимался какими-то делами непотребными. Вот. Но здесь надо просто спокойно относиться к этому, просто со смирением принимать. Это все пускается Богом для пользы человека. Бог никогда человека не наказывает, он его всегда милует и спасает. Вот, когда человек обращается к Богу, то Господь, даже когда искушения какие-то попускает за прошлые грехи, он это дает как любимому ребенку больному лекарство. Вот, никогда Бога не представляйте карателем или строгим судьей. Нет, Бог любящий отец. Ну и вот, наверное, еще один вопрос освещу и буду заканчивать, чтобы сохранить эфир и залить его в Телеграм. Многие просят тоже, так как в Телеграме невозможно проводить эфир. То есть можно, но я не знаю, как его потом в Инстаграм заливать. И поэтому решил в Инстаграме проводить эфир, а в Телеграм просто сразу его загружать, и чтобы все могли посмотреть. Кому интересно, кто хочет, никому не навязываемся. Вот, последний вопрос. Очень хочется научиться молиться Иисусу молитвы сердечно. Не могли бы вы учить нас молиться постоянно? Здесь два вопроса в одном. Сердечно и постоянно. Ну, научиться молиться сердечно нельзя. Есть определенные правила, советы святых отцов о художественной сердечной молитве, мы ее никому не рекомендуем, потому что требуется руководитель наличный, то есть постоянный. Нужно, чтобы был опытный старец, который сам проходил этот путь, и с которым ты рядом живешь, который видит твое лицо, слышит твой голос, потому что недостаточно просто передавать информацию в таких случаях духовнику, старцу, о себе что-то словами. Он должен видеть тебя, потому что будет считываться информация на всех уровнях бытия человека. Там очень тонкие искушения начинаются, и такие тонкие очень прелести враг наводит, поэтому никому не рекомендуем. Молитесь, а чтобы научиться молиться сердечно, молитесь молитесь искренно, молитесь от сердца. Молитва постепенно из устной переходит в умную, а из умной в сердечную. То есть это просто определенные такие этапы, их нельзя перескочить, нельзя человека сразу взять и научить молиться сердечно. Такого не бывает, никакие приемы искусственные этому не научат. Вы сначала приходите к Богу и молитесь ему устно, просто вот вслух произносите слова и как бы в лучшем случае стараетесь сохранять внимание, не рассеиваться на другие предметы и понимать то, что произносит язык. Это молитва устная. Потом постепенно она становится умной, когда уже вы можете молиться, не двигая языком, как бы одним умом. И вот на этом этапе это уже очень большой такой, ну, переход, как бы вот именно от устной молитвы к умной. Уже вот при этом, когда уже начинает ум сам молиться, без движения языка, сердце начинает сочувствовать уму, начинает сочувствовать словам. И это и есть сердечная молитва, начало сердечной молитвы. Нельзя дать какой-то определенный предмет, ну, вот, какую-то инструкцию, следуя которой вы начнете молиться сердечно. Нет, это очень просто все. На самом деле, просто молитесь устно и живите по заповедям. Самое главное, чтобы преуспеть в молитве и сердечно молиться научиться, надо жить по совести и по заповедям. Тогда сердце будет постепенно исправляться. А исправляясь с помощью благодати Божией, оно начнет сочувствовать уму. И вот будет начинать
действовать сердечная молитва потихонечку. А то, чтобы научиться молиться постоянно, это то же самое. Понуждайте себя по мере сил, не сверх сил. 5 минут утром Иисусовой молитвы, там 10, 5 минут, 10 минут вечером. И в течение дня старайтесь призывать имя Божие. Но будьте очень осторожны и смиренны. Не думайте, что вы каким-то великим делом занимаетесь. Все время об этом говорю. Все время держите в уме, что вы просто грешник, который просит милости Божией, больше ничего. Отцы нам дали вот эту молитовку самую простую, как, именно как инструмент для привлечения милости Божией и для борьбы со страстями. Вот. И так вот молитесь. Если идет молитва, то, слава Богу, благодарите Бога просто и держите смиренный помысел о себе. А если в течение дня вам тяжело держать молитву Иисусову, не надо себя ломать, не надо себя вот понуждать до переутомления и психического расстройства, потому что постепенно, если будете постоянно себя переутомлять в молитве, то есть превышать свои силы, то постепенно будет ум расстраиваться. Не надо этого делать. Потихонечку научитесь. Смотрите внимательно публикации и молитесь, и Господь будет просвещать и вести. Так потихонечку все вместе будем двигаться. Вот. А еще раз повторяю, тем, кому что-то не нравится в том, что я говорю, то, ну, простите меня великодушно, помолитесь за меня. И пишите свои претензии, пожалуйста, в личку, хорошо? Чтобы не смущать других. Люблю вас. Хотел вам показать... Закат. Солнце садится. Вот, друзья, люблю вас. Благодарю вас за вашу любовь, за вашу помощь. Прошу вас, молитесь о мире, молитесь, чтобы Господь вернул разум нашим обезумевшим политикам, чтобы Он даровал им покаяние в их просто маниакальных страстях властолюбия и серебролюбия, чтобы воцарился мир и закончилось это бессмысленное, совершенно жестокая война. Молитесь за наших братьев страдающих. И будьте мирны. Люблю вас. Христос воскресе!